Себальос. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Вперед он мяч. Опасно это может быть. Подача Лео Месси. Очень уверенно сыграл Луис Суарес, и его гол открывает счет в нашем матче. Знатный гол получился, что и говорить. Смотрите, какой кросс, предельно точный, зрячий, выложил как на блюде. А он вообще мастер на такие передачи, весь мир об этом знает. Подстерег свой шанс Суарес и караулил подачу. Тренер игрой своей команды, теперь они выигрывают. Барселона забила и вышла вперед, игра возобновляется.